Бирок бул сапар дарбазачы Алишер Туйчиев өз ордунда болуп чыкты. Кайрадан Кыргызстан командасынын чабуулу Мака Кумдону чыгарып берүүсү жана Дэвид Давид Тете! Третий мяч в этом круге. И он забивает гол в ворота сборной Таджикистана. Это гол на истечении 40-й минуты первого тайма. Ну что ж, дорогие друзья, хорошее начало. Давайте пожелаем удачи нашим футболистам в этом поединке.